20 мая 2018. Вот такой у нас был день. Да, пацаны, квадрокоптеры — это вчерашний день. Это братья Монгольфье или сестры Зайцева. Давай, Сань. Какая краса! А он тестовый вариант. Какая красота! Молодцы! Да, воздушный шар затмил велодень в буквальном смысле. Ну, может, облака разгонят. Вы говорите, я хочу выиграть велосипед. Ну, для этого условия очень просты. Нужно быть участником группы «Велопланета» в Фейсбуке, сделать репост записи и заполнить анкету. И потом мы выберем счастливого обладателя новенького фэтбайка «Прайд Донат». И присутствие на розыгрыше обязательно. Приезжай на велосипед с одним, уезжай с двумя велосипедами. Вот, Саш, скажи, пожалуйста, что нам нужно сделать для того, чтобы... О, какая вышиваночка красивая. Как все харьковчане в этом розыгрыше. Я хочу, вот я приехал без велосипеда, я приехал на метро, но очень хочу уехать на велосипеде. Самое главное, чтобы получить его без велосипеда. Да, дождик, конечно, народ разогнал. Что тут и говорить. Обычно дождь в велодень с утра уменьшает количество участников, но если не на порядок, то раза в два точно, по ощущениям, по крайней мере. Ну что есть, то есть, зато не жарко, да и дождя, в общем-то, уже нету. О, какие крокодилищи, елки-палки, танки, танки. Слобода. Чудесно. Выглядит просто класс. Да, за это, конечно, организаторам спасибо. Это сюрприз. Большой, приятный, доставивший кучу эмоций положительных. Я в жизни не видел воздушного шара в натуре. Не по телевизору, имеется в виду. Этва. Так, а мы куда? А мы будем ждать старта.